Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. Благодарность президента из рук премьер-министра. Елена Бода стала лучшим налоговым специалистом страны. Там, где тепло и спокойно, строительство инновационного жилого дома по улице Горького, 41, выходит на финишную прямую. Эксклюзив по-бобруйски. В типографии имени Непогодина выпустили марку союзного государства. Подогрев и управление с приставкой «Электро». «Универсал Бобруйск» приступил к выпуску инновационной продукции. Для них нет ничего невозможного. История войсковой части 5527 длиной в 25 лет – это пример беззаветного служения Родине.